22 года не поздно для получения высшего образования. Вообще никогда не поздно. Спасибо, спасибо всем, спасибо. Красил волосы в 14 лет, в 13 даже. Новый год будем в Москве. Я типа, я одеваю жилетку, типа я футболку одеваю. Родилась в Пензе. В Москве у меня нет любимого ресторана, мне кажется. Кожу в порядок привести, делать чистки, уходы, все делаю, да. Чинчила. Чинючила. В Майами нужно будет скоро полететь. Буквально в ближайший месяц. С обезболивающим. Ку-ку-ку-ку. Давно не была в Перископе, кстати. Котик погиб. Но мне вот обещали нового котика подарить скоро. Я жду. Со мной водитель едет. Не знаю, зачем я впереди села. Меня сзади укачивают. Брови, кстати, сегодня только покрасила. Не очень сильно, так чуть-чуть. А краска Perfect или Reflect Acyl, что-то такое, Perfect Acyl. Чистку не делала сейчас, вот если быть точной, скажу, уже, наверное, 2 года практически. Последний раз делала. Не помню даже, когда. Не высыпаюсь. Сегодня встали в 10. Вчера 8. Не поняла, как сделать. А, Рошан, привет. Ты вышла из своего перископа? Если выпадают, в принципе, волосы выпадают это нормально, периодически, беженцы. Или вы на втором телефоне сидите, у меня в перископе, на одном в своем. Как иди. Готовлю, да. Не представляю даже, чем. Нет, подарки еще не подготовили. Что-то нет времени думать о подарках. Нет, через день. Хотя хочется каждый день, если честно. Особенно в Москве, так грязно. Любимое блюдо, которое я готовлю. Я вообще в Москве не люблю готовить. Смотри, мне... Ну ничего, надо посмывать их шампунем сульфатным, чтобы смылся кератин. Потом они повыпадают, потом перестанут. Рашка моет мои волосы. Сейчас любимые килли новые, вот эти сладенькие. Чаще всего их использую. Такие оранжевые, что-то там. Кератин смывается с сульфатными шампунями. То есть не используйте тот шампунь, который вам говорили, который поддерживает этот кератин, а наоборот нужно. Солярием не пользуюсь очень давно. Последний раз была в солярии, наверное, летом. И не собираюсь ходить в ближайшие. Короче, вообще собираюсь... жить с таким цветом кожи, какой Бог дал. Жопа. Ты хочешь быть, блин.
быть блин или быть ближе. Мы почему-то кругами ездим, не знаю, что пытаемся этим добиться, но мы сделали круг не в тему. Ботокс для волос, что такое? Расскажите, пожалуйста. Это колется или это намазывается? Нет, не курю. Спасибо всем. Почему мне не надо? Даже не знаю, что любимому подарить на Новый год. Сейчас у водителя спрошу. Может, он посоветует как мужчина. Имя хочет изменить. Нет, он сказал, что его нельзя показывать, потому что у него жена очень ревнивая, и когда другие девушки на него смотрят, она ревнует. Вот. Сильвуша хорошо на режиме. Нет, его жена ко мне не ревнует, она знает, что я абсолютно вообще антисекс. Спасибо всем за комплименты, очень много комплиментов, очень-очень приятно. Даже настроение поднялось, которое уже упало окончательно на пол после того, как я не могу добраться до нужной мне комнаты уже. Рошан, история как вчера, точно такая же. А что, мы подъезжаем? Нет, еще. Сейчас. А для губ я купила скраб для губ. И он такой прикольный, его мажешь, и потом его так скрабишь, смываешь, а они остаются увлажненные. Рассветы и туманы, все для тебя. Зачем тогда в Россию приехала? Пробки, грязь. Нужно же иногда, знаете, нужно такой баланс выдерживать. Покайфовала, а потом в пробки, в грязь. Вот этот вот негатив собрал и дальше полетел вверх. Писать первый стоит, а почему нет? Ну, это правда, но не всегда. Дома посмотрю, что за запрос. Какой-то скраб, он продавался в Ульте. Ульта есть такие магазины, типа Сефоры. Не знаю, они здесь есть или нет. Но практически 400 человек. Жене можешь передавать привет, скажешь. В следующий раз. Кошек люблю больше, чем собак.